Он мне не нравится. Так, вот едет босс. Армада. Он стреляет ракетами. Бомбочками такими. Опа, хорошо. Ой, хорошо. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Дуда-плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру в наши танки. Выбираем танк и отправляемся в бой. Мы играем в игре против какого-то Израиля, да? Это флаг Израиля, ребята. Ух ты, ё-моё, давай еще. Есть победа. Ой, замечательно, хорошо. Так, получаем звездочку, ребятушки. Давайте еще раз попробуем. Да, с этим будем играть. Этим большим танком. Так, небольшой какой-то танк. Мы его сейчас уничтожим. Меркуриал. Меркуриал какой-то, интересно. А, китаец. Ну смотри, получается... На, еще раз. Ух ты, тихо. Какой-то резкий, алло. Так, куда он уехал? Я не понимаю. Смотри, наши кепочки. Есть. Тихо. На, получи. Он тоже, кстати, капрал, да? Вот, еще одну звезду. И мы открываем сундук. Давайте посмотрим, что там. А в сундуке, ребята, танк Феникс мы подняли. Ой, как хорошо. Как хорошо. Давайте еще раз попробуем. Будем открывать сундучки сегодня. И там будет много чего интересного в сундучках. Так, эти очень такие активные чуваки. Вот, смотри, несется, смотри, а. На, отдыхай. Тихо. Сейчас еще. Есть. Смотри, я в хорошем месте встал. В очень хорошем месте. Наверное, ё-моё, уже не в хорошем. Уже, ребята, не в хорошем месте. Есть. Все, уничтожили. Замечательно. О, мне повысили ранг сержант. Ой, хорошо. Хорошо. Давайте еще раз сыграем. Возьмем такой большой наш танк. Отправимся. О, смотри, нам другие дали танки. Этот у нас огнеметик. Огнеметик реально. О, видишь, значит. Видишь, вот он огнеметик. С этим огнеметиком рядышком лучше не стоять. Сейчас подождем. Ой, хорошо. Есть, подбили. Подбили мы этого огнеметика с вами, ребятушки. Это очень хорошо. Так, звездочку одну получили. И опять-таки, давай сыграем такую мини-игру. Это обычный чувак. Это ничего сложного нет в нем. Давайте отправляемся вперед. Так, опа, на. Смотри, как мы одновременно выстрелили, да? Нормально. Так, еще одну звезду мы получаем. И открываем сундук, смотрим, что в сундуке. А в сундуке повышение титана и всякие самоцветы даже дали, смотри, офигеть. Мы собираем, ребятушки, с вами самоцветы. Для того, чтобы открыть новый танк. О, это какой интересный танк, смотри. С крутилкой. Так, сейчас попробуем. Где-то здесь он уже будет. Вот он едет, смотри. На, подожди, на. Тихо. Нет, мне тебя надо уничтожить. Алло. Да ё-моё, а почему не стрелялось? Минус два этих самых жетона. Давай еще раз попробуем. Так, а мы можем уровень титана увеличить, смотри. Вот, мы увеличили броню, пушку добавили. Хорошо. Так, усилитель, что-то у нас такое. Так, титан, ремонтный комплект. А, надо еще больше ремонтного комплекта. Ладненько, отправляемся. Так, у нас титан уже немножечко улучшенный, поэтому... В тот раз, получается, жалко, мы не смогли его уничтожить. Ох ты, подожди, а что такое у него там? Я такой первый раз вижу. Ладно, сейчас. Смотри, что он творит, а? Тихо. Ой, прям выбрался, ё-моё. На. У меня пушка, видишь, как вверх стреляет, я не могу его стрельнуть. Пушка стреляет наверх. Да, уничтожил. Да как так-то? Надо маленький, может, танк выбрать.
Слушай, давай маленький танк выберем. У меня и маленький есть. У него пушка не так задрана. Наверх. Ну давай попробуем, проверим мою теорию. Тихо, 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 тихо. Так, он меня тоже, да, уничтожил? Так, ладно. Поехали дальше. Еще раз. Еще раз попробуем. Как он мощный, а все-таки? Какие они мощные? Я не знаю, откуда они взялись такие, а? Так, есть один удар. Второй удар есть. Третий. Так, ну он меня подбил сильнее. Почему так-то? На, получай. Еще, еще один удар. Да как так? Он мне с одного раза-то выстрелил. Что за фигня? Так, все, идем в классический режим. Берем зимнюю победу. Выбираем наш большой танк. И едем зарабатывать деньги тогда. Будем зарабатывать просто тупо деньги, ребятушки. Так. Вот, пошли, смотри, два танка. Все, мы их уничтожили. Кто у нас здесь? Здесь у нас тоже какие-то должны быть танки. Вот он едет. С первого раза. У нас, мы улучшили, кстати, танк. Он у нас крепкий, покрепче стал немножко. Заплатили мы 250 монет, да. Пришлось только монет потратить. Улучшили мы броню, скорость и, наверное, мощность выстрела. Так, смотри, видишь как? Опа, видите, с первого раза, со второго. Так, это у нас ребятушки здесь, смотри, перевернулись. Так, тихо. На! А, с первого раза. Едем дальше. Опачки, опачки, тихо-тихо-тихо, на, получай. И ты, дружбан, получай. Все, вроде бы как здоровье не сильно попортилось. Так, вот этот гад с автоматчиком. Он мне не нравится. Так, вот едет босс. Армада, он стреляет ракетами. Бомбочками такими. Опа, хорошо. Ой, хорошо. Так, тихо. Ой, хорошо прям. Все, убили, уничтожили. Он даже, ребята, не смог подъехать близко. Даже он не смог выстрелить, понимаешь? Все. Так, едет, 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 чувак. Так, главное, чтобы ракетка в меня не попала. Попала. Ракетка в меня попала, еще особенно вот эти вот ракетки маленькие. Такие, как, знаешь, как... рыбка такая, рыбка. Опа, смотри, вот летел, да, как? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Тихо, не стреляй, нет. Знаешь, что сделаем? Мы сейчас подъедем сюда. А, мы сейчас их переедем, наверное. Давай, немножечко. Так, вот этих чуваков тоже надо как-нибудь уничтожить. Ё-моё, застрял, ребята, ё-моё. Так, все, готов. Так, теперь вот этого чувака надо щелкнуть. Спасибо. Есть. Так, сейчас. О, вот он здоровый. Так, а ну-ка. Ай-яй-яй-яй, прям в меня, смотри. Так, ну с этими будем так сделать. Стрелять их. Так, они прям, смотри, хорошо тут встали. Так, смотри, меня мочат. На, получай. Так, этого я сейчас объеду. О, получилось. Объехать. Что он там делает? Ты куда, чувак, поехал? Я же здесь. Смотри. Что он делает? Он сейчас сам себя сейчас уничтожит. Давай еще. Ну давай, стреляй. Нет, он будет сам себя уничтожать или нет, алё? Еее, уничтожили мы его, ребятушки. А здоровья-то у меня совсем мало. Совсем мало здоровья. Так, аккуратненько. Все, ну я думаю... О, монетки. Я соберу сейчас монетки.
Так, этого я сейчас взорву, надеюсь. Есть. Так, еще едут. Есть. Есть. Да, здоровья совсем мало у меня. Ох ты, хорошо прям так. Вообще, на самой капелюсечке еду, ребятушки. Здоровья совсем нету. На самой капелюсечке. Есть. Так, теперь надо в этого стрелять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное, чтобы он меня не попал. Есть. Теперь вот этих чувачков. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, подъезжаем. Плохо, что здоровье самое невосстанавливающееся. Так бы оно потихонечку восстанавливалось. Ах, уничтожили меня, ребята. Да, бывает. Монет сколько? 80 монет? Да ну нафиг. Не верю. Не верю, что 80 монет было у меня. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.